и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, яко Твое есть царство и силы, и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо всякого ответа недоумеющий всю Ти молитву, яко владыцы грешно приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас. На Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, ниже помяни беззакония наших, но призри ныне, яко благоутробен, избавленный от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела рукой Твою и имя Твое призываем, и ныне присно и во веки веков, аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеюсь на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты боишься спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часы и доспети, прости мне грехи, которые я сотворил сей день, делом, словом, помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, но восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей, и поперу болищем и враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многие ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не оставь во мне, яко семя тли во мне есть. Ты, оба Господи, Божий наш поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим мя сохрани немеркнущим светом, Духом Твоим Святым, им же, если осветились и Твои ученики, и дашь мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум и светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовь и креста Твоего, сердце чистотой Слова Твоего, тело мое Твое, страсти бесстрастную, жизнь мою Твоим смирением сохрани, и возлюби меня во время подобного Твоего словословия, яко препрославился безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодравитый и бессмертный Царю щедрый, человеколюбчий Господи, яко ленящий мне Твое угождение? И ничто ж благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дня сего, и обращение спасения души моей строя. Милость мне будет грешным, обнаженному всякое дело благо, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отми от меня весь помысел лукавый, видимое сего жития. Прости мое согрешение единое безгрешное, я же ти согреши все день, словом, делом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, но восстав от смиренной ложа, благоугожу пресвятому имени Твоему во все дни жизни моей. Но восстав со драмой, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, слыши меня грешного Бога врабатываю, изволением и совестью, даром и восставши слысен Твоим поучиться, и ныне бесовское далече от меня отогнаны быть и сотвори Твои ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю славу Пречистую Богородицу Марию, если еще дал нам грешным заступление, и примись ее, молящий заны, вебе яко подражает Твое человеколюбие, и молящий не пристает, то я заступлением, и честного креста знаменем, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь.
Господи, Боже наш, еже согреших во дни сем, словом, делом, помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон безмятежен даруми, ангел твой хранитель пошли, покрываешь, соблюдаешь меня от всякого зла, яко ты есть хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благого царя, благая мать, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу и наставь меня на деяние благое. На прочее время жизни моей без порока приду, до Тобой рай добрящ, Богородица Дева, единая, чистая и благословенная. Ангеле Христов, хранитель мой святый, покровитель души и тела моего, всем прости, елико согреших в днешний день. От всякого каста проти меня, врага избави меня, не гружи гресе прони Бога моего, но молезе меня грешно достойного раба, яко достойно меня покажи благости и милости все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Да воскреснем Бога Христочаца в рази Его, и добежат от лица его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко дает воск от лица меня, Так, куда погибнут бесит лица любящих Бога, знаменуйся крестным знаменем, веселье глаголющих, радуйся, причастный же творящий крести Господень, прогони беса силы тебя пропятого Господа нашего Иисуса Христа, в отшедшем попрошу сил дьяволю, и дарваш нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о, причастный же творящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей, Дею Богородицу, со всеми святыми вовеки. Аминь. Благослови, Господи, на чтение святого Евангелия Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От Луки святое Евангелие чтение. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышите во свете». Услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, потому не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Когда же приведут вас в синагоги к начальствам, к властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должен говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату ему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что я сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, большие, и соберу тогда весь хлеб мой и все доброе мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: «Безумный,
Всю ночь душу твою возьму. У тебя кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не для Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души, что вам есть и что пить, ни для тела, что одеться. Душа больше пищи, тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. Но и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всякой славе своей не одевался так, как всякий из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить. Не беспокойтесь, потому что всего это ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин, придя, найдет бодрствующими. И истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какой час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкабат дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: Господи, нам ли притчи все говоришь или ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба, блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба твоего в день, в который он ныне ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано, будет много, и много потребуется, и кому много верено, с того больше и взыщут. Огонь пришел вознести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающее запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. А когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры! Лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный Бог. Господи, спаси меня грешного и помилуй. Авва Отче, услыши молитву нашу. Помилуй меня грешного и прости. Тайное и явное в уме и в помышлении во все дни жизни. Великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, Господи, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне давал веру Твою святую. Даруй мне, Господи, страх Божий и ожидание суда Твоего. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне давал Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Владычица Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал покроем афором любви Твоей, в скорбях, в печалях, в тесных обстоятельствах. Помоги мне от позора, поношения, посрамления и отступничества измены. Спаси молитвами Твоими святыми. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли бы погубить меня сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. В транспорте всюду Ты хранил меня, ангел мой. И смертный час не покинь, и на мытарствах пролюди душу мою. Веди в Царство Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой еврейский, чтобы приняли Сына Твоего Иисуса Христа, как Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский и татарский народ, да обратятся, и украинский, и белорусский, и все южные, западные, восточные, северные народы, европейские, да обратятся к Тебе, Господи, и изменят жизнь свою. Господи, молим Тебя о сестре нашей Елене, о ее семье. Сотвори с ними по воле Твоей святой. Слава Тебе! Иоанн Креститель, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности и быть благочестивым и довольным, и довольство питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правда Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Коснись сердец патриархов Кирилла, Варфоломея, Илии, Франциска, епископов Феофана, Анастасия, Сергия, Пармена, Игнатия, Евтихия, Максима, священников и диаконов, Максима, Георгия, Александра, Владимир, Анастасия, Андрея, Дмитрия Артемия, Святослава, Алексия. И Акима, и тех, кто является служителем Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов, Никола, Мирякийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Слава Господу Богу, за святителя Господня Никола. Скорый помощник в деле. Благодарим Тебя, если Ты молишь о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи Ездра, Неемия, Амос, Ном, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Сафоний, Захария, Агей, Малахи, Давид, Нафан, Даниил и Отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию и за дивных пророков, которые движимы Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас.
исполни Духом Святым Церковь Твою, дабы день прихода нашего отшествия не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры, сосудами полными и добрых дел, содеянных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божие предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, Первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк и Лука, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Владимира, Владимира, Дмитрия, Александра, Рамзана, Рустама, Ильсура, Эрдогана, Дональда. Да продлится еще мир. Даруй нам, Господи, священника и место для занятий. И определи нашу участь, как Тебе угодно. Господи Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Власий Харлампий, Косма Демьян, Андрей Стратилат, Ерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфиний Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, Сорок Святых Мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин, Иосиф Борис и Глеб, в раме Болгарский, молите Бога нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, чтобы малые дети искренне верили в Тебя. В гонениях, в искушениях не допусти до принятия антихриста печати, чтобы в скорби печали никто не отошел от тебя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иван Златоуст, Афанасий Великий, Вячеслав Чешский, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радужский, Стефан Пемский, Серафим Саровский, святитель Феофан, святитель Игнатий, Иоанн Тобольский, Кронштадтский, Шанхайский, Кирилл Мефодий, Симеон Новый Богослов, митрополит, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, Филарет Московский, молите Бога нас. Да помилуй, спасет Господь нас, да дарит нам жажду следует Слова Божия, любовь Святой Библии, святые жены и девы, Феокла Первомучества, Фатина Самарянина, Вера, Надежда, Любовь, Феврония, Матерь София, Наталья Адриана Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина, молите Бога нас. Даруй, Господи, послушание, целомудрие, стыдливое женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений добрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, молим Тебя о нашем духовном наставнике Игнатии. Спаси, благослови его, сотвори по воле Твоей Святой. Господи, молим Тебя о всех братьев и сестрах Потеряевской, Барнаульской общины. Благодарим Тебя за них, Господи. Сотвори по воле Твоей святой. Господи, молим Тебя о Павле. Сотвори по воле Твоей святой. Господи, молим Тебя о путешествующей Марине. Сохрани, Господи, сотвори по воле Твоей святой. Господи, молим Тебя о всех наших начальниках, начальствующих. Коснись их сердца, Господи. Если мы что-то против них погрешили, и какой соблазн подали какому-либо человеку, прости, Господи, и помилуй. Коснись их сердца. Господи, молим о всех наших братьях, сестрах, родных, в заблуждениях или в ересях пребывающих. Господи, коснись их сердца, очисти и сотвори по воле Твоей святой. Господи, если я в чем-то ошибаюсь, или куда-то не туда иду, или что-то не то сделаю, Господи, вразуми меня, даруй, Господи, мне истины, истинное понимание Слова Твоего Святого. Если я против кого согрешил, прости меня, Господи, прости, ибо Твои слова, что без меня не можете творить ничего, Господи, верую в Твои слова. Даруй, Господи, сие дело нами начинаемое в Тебе самим совершить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Без числа, Господи, я согрешил, прости меня и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву, а всех тех, кто заповедал нам о них молиться, спаси их и помилуй.
Говори, Господи, слушают и слышат рабы Твои. Аминь. Спаси, Христос. Спаси, Христос.